как религиозные относятся к следствию по поводу премьер-министра Израиля? Не могу сказать за всех религиозных и про всех религиозных, но на мой взгляд существует такое как бы ощущение, что премьера просто преследуют. Заканчивается обсуждение одного дела, начинается другое. Существует ощущение, что его просто выбрали в качестве мишени. Кому-то очень мешает, что этот человек является действительно хорошим управленцем. У нас стабильная более-менее экономика, и он умеет и знает, как себя вести на этом сложном Ближнем Востоке. Он прекрасный дипломат и хороший управленец. Поэтому не знаю про всех религиозных, но у меня создается ощущение, что это кому-то выгодно, и этого очень жаль.